Девушка едва не сгорела заживо, потеряв сына и молодого человека в пожаре под Мурманском. Молодой человек Кристины вытолкнул ее из пожара, а сам пошел за ребенком, но вернуться не смог. Жительница Волгограда едва не сгорела заживо, потеряв 7-летнего сына и молодого человека в пожаре. Трагедия произошла в частном секторе в Мурманской области. Молодой человек Ксении сделал ей предложение в новогоднюю ночь, но не дожил до свадьбы. Девушка поехала со своим ребенком в поселок Корзуново под Мурманском к своему будущему мужу. Его частный двухэтажный дом, в котором спали все трое, загорелся рано утром. Причину еще выясняют, но, насколько мне известно, замкнули электрические теплые полы на первом этаже, рассказала подруга. Последнее, что она помнит, как ее будущий муж вытолкнул ее из окна второго этажа, а сам пошел за сыном. Там они оба и остались. По словам друзей Ксении, огонь вспыхнул рано утром, но пожарных вызвали только около 8 утра, потому что все еще спали. Судя по фото с места происшествия, пожар практически полностью уничтожил дом. Потерявшая 7-летнего сына и молодого человека волгоградка сейчас находится в районной больнице с многочисленными ожогами. Друзья, оказавшиеся в беде девушки, собирают средства для помощи семье в похоронах и перевозке тел.